Хабаровске 28 мая футбольная академия «Искра» организовала всероссийский турнир по пани. Это футбол один на один в клетке, где задача либо забить гол, либо прокинуть мяч между ног соперника. Почетными гостями турнира стали звезды московского «Спартака» Дмитрий Оленичев, Егор Титов и Андрей Тихонов. А в соревнованиях приняли участие лучшие игроки России по панофутболу. Как это было? Смотрим. Редакция «Аврора Медиа» выражает свое невероятное восхищение организаторам мероприятия и сердечно благодарит за созданную теплую атмосферу радости и праздника. Друзья, вы крутые!